Всем привет! Продолжаем смотреть интересные работы знаменитых художников, узнавать что-то новое. Сегодня я хочу вам рассказать немножко о Хансе Бальдунге, который прозван Грим. Это один из выдающихся художников так называемой верхней германской школы. Живописец, гравер, рисовальщик, считается самым талантливым учеником Дюрера. Родом из семьи юриста. После рождения Ханса семья переехала в Страсбург. В 1503 году Бальдунг находится в мастерской Дюрера в Нюрнберге, где остается до 1507 года, будучи подмастерьем великого художника. Вместе со своими друзьями делает самостоятельные иллюстрации, зарабатывает на жизнь. Бальдунг один из первых среди живописцев, который открыто примкнул реформации. Реформация – широкое религиозное и общественное политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI века, направленное на реформирование католической церкви. В его ранних еще католических работах часто звучат суровые морализаторские ноты. Работал в Брейсау, Швейцарии, Эльзасе. Поселился в 1538 году в Страсбурге. Был придворным художником при дворе епископа. В картинах Бальдунга заметно влияние натуралистической верхнегерманской школы. Самым выдающимся из его работ считаются картины, которые находятся в Лихтенгальском женском монастыре, которые написаны им в 1496 году. А главный алтарь Фрайбургского собора, который был окончен в 1516 году. На средней части этого алтаря изображено венчание Девы Марии. На боковых частях великолепно исполнено «Бегство в Египет», которое считается его лучшим произведением. Так написано в Википедии. Ну вот, собственно говоря, и все, что можно было найти в интернете об этом авторе, об этом знаменитом выдающемся художнике. Все, всем пока, всем привет. Посмотрите, пожалуйста, картины, которые не удалось скачать из интернета. Сегодня мы узнали о Хансе Бальдунге, один из выдающихся художников так называемой верхнегерманской школы, живописец, гравер и рисовальщик, самый талантливый ученик Дюрера. Все, всем пока, всем привет, до свидания.